Добрый день, меня зовут Андрей Лобов, я представляю компанию Steam. Сегодня мы приехали в лабораторию в Зеленоград для того, чтобы испытать несколько моторов. Для нас очень важно узнать их параметры и понять, на какую технику мы можем поставить эти моторы. Наша компания Steam занимается переоборудованием бензиновой техники в электрическую. Это сейчас наше основное направление. Но есть и проекты, где мы изначально изготавливаем сразу электрическую технику. И в основу всей нашей деятельности лежит моторы с совмещенными обмотками. То есть интересно, для нас стало интересно что-то делать и творить после того, как появились моторы с совмещенными обмотками. Они очень экономичны. И вот, как показывают тесты, на мой взгляд, имеют очень-очень-очень большие перспективы. Вот вопрос очень интересный. Почему мы выбираем лабораторию Соломаш для испытания двигателя? Да потому что в стране больше нет лабораторий, где можно испытать не только двигатели с совмещенными обмотками, а вообще двигатели. Поэтому, естественно, вообще бы великое счастье, что мы сюда пробились. Я уже, наверное, с полгода жду, чтобы испытать этот двигатель. Вот вчера позвонил Игорь, сказал: приезжайте срочно. Вот мы приехали. Так что появилось окошечко. Работы много, я понимаю. Работы очень много у Соломаша, поэтому мы не обижаемся. Как только появилась возможность, мы приехали. И большое спасибо, что мы сегодня узнаем параметры двигателей. Смотрите, наш партнер в Китае СПП Weihai Technology изготовил укороченный вариант 112 габарита, DA112M он называется. Двигатель 7-киловаттный, заявлен как 7-киловаттный. Вот мы его хотим испытать и понять, на какую технику его можно ставить. И у нас есть еще один двигатель в импортном железе. Вот, ну, не буду я про него рассказывать, пусть это останется маленьким секретом. Вот его мы, он очень мощный, да, на наш взгляд, поэтому мы тоже хотим знать по нему какие-то характеристики. Да, вот за последние 3 месяца мы изготовили, ну, сейчас уже можно сказать, что практически полностью мы закончили проект трицикл Bajaj Maxima. Это очень популярная техника в странах Индии, Африки, да и вообще по всему миру. Прототип – это итальянская компания Piaggio. Они выпускают Ape, индийцы выпускают Maxima. Похожая техника выпускается и в Индонезии, и в очень многих странах. Вот, поэтому и вот на сегодняшний день я что могу сказать? Мы полностью разработали кит-комплект для трицикла без изменения конструкции, первоначальной конструкции, то есть с трицикла снимается бензиновый мотор, и на штатные места, не применяя ни болгарок, никаких сварочных каких-то инструментов, то есть просто устанавливается в штатные места мотор с совмещенными обмотками, батарея, контроллер и вся другая электроника, которая позволяет переоборудовать и ездить уже на электрической тяге. В
Вот, ну, вот смотрите, сейчас погода в этом году. Вот смотри, в прошлом году было интересно, когда мы испытывали собаку, которая предназначена для снега. Два раза всего в году за всю зиму выпал снег. То есть было два снежных дня. В этом году наоборот. Нам надо вот срочно испытать трицикл и уже в ближайшее время мотоцикл, который мы, надеюсь, в апреле закончим. А у нас все еще лежит снег. Вот, поэтому каких-то новостей особых я рассказать не могу. Мне бы очень хотелось сказать, что там вот наша техника на сегодняшний день проезжает дальше всех, быстрее всех, самая экономичная там. Но, к сожалению, на сегодняшний день пока ничего сказать не могу. То есть мы ждем, когда растает снег, и проведем полноценные испытания. Тогда, я надеюсь, мы порадуем тех, кто за нами следит. Планы грандиозные. К нам обращается очень много людей с целью переоборудовать бензиновую технику или создать изначально электрическую технику. В ближайшее время мы покажем мотоцикл «Пульсар», опять же, от фирмы «Баджадж». То есть мы должны его закончить в апреле и показать. Есть ряд очень интересных проектов, о которых мы обязательно вам расскажем. Вот пока не будем забегать вперед, потому что за это время, вот за последние 3 года, я стал суеверным. Как только скажешь, что вот мы завтра что-то выпустим, так начинаются тормоза, какие-то непонятные препятствия. Так что давайте мы сделаем, испытаем и обязательно покажем. Спасибо.